Михаил Буткеев – настоящий самородок. Он не имел профессионального образования, но при этом достиг высокого уровня художественных образов в своих работах. Так говорят эксперты. Буткеев – единственный народный художник из Алтайского края. Инициатива создания монографии принадлежит сыну мастера, музыканту Сергею Буткееву. Говорит, отец о такой книге лишь мечтал. В мечтах это было, но он понимал, что это мало реально, мало выполнимо, но пришло время, когда это стало возможным. И это благодаря городской администрации, администрации города Барнаула. Администрация взяла на себя все расходы по изготовлению монографии, которая вышла тиражом в 300 экземпляров. В ней не только анализ творчества живописца, его воспоминания, но и архивные фотоматериалы, фотоиллюстрации. Я просто был очарован, очарован, потому что очень важно для нас, для художников, то, как это будет передано в цвете. Это было просто шикарно. Он сидел с каждой работой, он как хорошо знает эти работы, помнит эти работы, ну, имеется в виду Сергей Михайлович, сын Михаила Яковлевича, и каждую работу они редактировали, правили ее, это доводили до совершенства. Книга увидела свет в память о народном художнике, но предназначена она в первую очередь детям, школьникам. Это своего рода учебник для подрастающего поколения. Вот в помощь этот человек, который отдал себя и войне, и творчеству, а значит и воспитанию наших будущих, многих-многих поколений. Книга поступит в школы и библиотеки. По словам главы города, ее тираж при необходимости может быть увеличен. Татьяна Голубева, День с толком.